Выбрать машину трудно. То подходит машина, не подходит цена. То подходит цена, не подходит машина. И когда нашел идеальную машину с идеальной ценой, счет идет на секунды. Оформи Тинькофф автокредит и на новую, и на машину с пробегом. Заказчик номер 13. Координаты. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой, что за сегодня день? Блин, мне кажется, это какой-то сон. Друзья, всем ассаламу алейкум и всех приветствую на нашем канале Гаджи Гаджи. Уже 4 года мы вместе, и этот день просто настал. На протяжении 4 лет я говорил, следующий выпуск такси эконом на Росе, И, ребят, просто этот день настал, все благодаря вам, да, мечты сбываются. Для кого-то это, ну, ничего, для меня это, я не знаю, это ни одними словами не передать. Просто я мечтал, это была цель, это была мечта, снять такси эконом на Росе. Я верил, я шел, и я считаю, я достиг. И уверенно можно ставить на это мне вот такую вот галочку и идти дальше снимать для вас стовый, четкий, мощный контент. Да, понимаю, давно не было выпуска такси эконом, и все писали, где же такси эконом. Ребят, вам приятного просмотра, а я поехал. Кстати, кукушку я не нашел, представляете, потому что год я не снимал такси выпуск, и кукушку я просто не нашел. И сейчас поедем, найдем кукушку и уже будем непосредственно таксовать, возить клиентов. Просто я не представляю эмоции людей, которые вызвали такси, и я и подъезжаю в Rolls-Royce. Вот у тебя какая эмоция была бы? Вот ты вызываешь такси, приезжает обычно максимум приора, девятка, там, десятка. А вместо этого приезжает Rolls-Royce. Просто представь, брат, Rolls-Royce в Махачкале на такси экономе. Блин, я даже не знаю, какими словами, какими эмоциями это можно передать. У меня вообще не зародилась еще такая эмоция. Блин, можно часами стоять перед Rolls-ом, качать, разговаривать, но это никому не интересно, поэтому по нам проехал. Это никому не интересно, поэтому мы сразу сделаем небольшие подсъемки, покажем вам Rolls-Royce во всей ее красе и газанем. Yes, you see that I fuck with no rook. They like a diamond man. Bustin' with attitude, I know when I'm the jiggiest. Rich nigga benefits, there's no styling on my entrance. After fucking on me, your last nigga feel like a midget. Come with quality and good smoke, so you never stopping this pimpin'. That's why all my diamonds they blinding. They straight down. All these girls are smiling, and the boys are trying. I'm the man if I decide. Как она ее рот держит, блин? Поедем, ребят. Блин, единственный сегодня такой день, который я... Эй, а как зонтик вытащить? А, все, давай заново. Сегодня единственный день, который я хочу, чтобы пошел дождь. Чтобы сделать вот так вот, вытащить зонтик за 500 тысяч рублей и... Так, стоп. Я разберусь. Что вы понимали? 300 тысяч рублей. Прямо сейчас, над моей головой. Просто РР. Блин, что в этом зонте есть такого на 300 тысяч рублей? Вот эти две буковки. Бренд. Просто бренд. Больше ничего нет. Очень, честно говоря, неудобный зонт. Ну, именно к раскладке. Блин, прикинь, просто очень много случаев было, как этот зонт люди вот здесь... Никогда в жизни не отдал бы за него 300 тысяч. У меня такие золотые часы, швейцарские. Вот так оставляли и дверь закрывали. Блин, тут тоже был такой случай, кстати, но это уже починили, исправили. Главное, чтобы я не сделал такую глупость. Ну что, друзья, заведем наш Rolls-Royce. Ой-ой-ой, как работает эти V12. Ни одной ошибки. Экран, руль. Блин, как это богато выглядит. Может, для вас чуть глупо выглядит моя радость со стороны, но, блин, я сейчас, как понимаете, ребенок, который дали игрушку, который всегда мечтал, и вот так, такое вот у меня чувство сейчас. Черный алькантара потолок. Ой-ой-ой. Вот так надо ехать, вот так вот. На Rolls-Royce надо вот так двигаться, боже. Вот так. Блин, сегодня надо по всем знакомым проехать, по всем родственникам. Будто баджи купил Rolls, просто так мимо проезжать. Александр, и дальше. Ха, сосед, ассаламу алейкум. Да-да, Rolls взял, поднялся. Крипта там, обналичка. Ну, работаем, брат, работаем. Ну что, ребят, поехали. Опа-на. Так, скоростя как переключать? Первая где здесь, брат? Так, сцепление выжму. Так, ручник надо отпустить. Ручник надо отпустить. Прикинь, а, вот. Hold.
Блин, сегодня у меня такое лицо должно быть максимально вальяжное. Как будто я, не знаю, выкупил землю и еду такой. А так, разочаровал один момент, знаете какой? Вот я еду и вижу взгляд, очень много взглядов и такие лица. Такая зависть в глазах у людей, я не знаю. Блин, чуть страшно даже стало. Зависть, чтобы вы понимали, ребята, это очень страшная вещь. Поэтому не нужно завидовать тем, кто чего-то добился. Я просто читаю их в глазах, как будто, я не знаю, умри, сдохни, жесть. Просто, блин, что-то... Этот человек тоже трудился, чтобы ее купить, добил. Они думают, я еду там на Rolls-Royce, молодой пацан, мажорик, наверное, какой-нибудь, на пахана деньги или еще что-нибудь. Я, который катаюсь на Приоре, блин, 2008 года, и взял Rolls-Royce в Гентавре снять ролик. И люди смотрят такие, думают, которые не знают меня. Вот, блин. Блин, вот сел за руль Rolls-Royce и хочется просто вот так вытащить сигу. Я не курю, сразу говорю, просто взять. Ребят, не курю и вам не советую, просто для картинки создаю эффект. Ребят, сигареты – это зло. Не нужно курить. Я расщепил, чтобы не мусорить, если что. Это растение, да, это я наоборот удобрение сделал. Ребят, догадайтесь, почему мы приехали на рынок, наш махачкалинский рынок второй. Да потому что нам нечем заправлять роллс, и мы решили сделать такой небольшой бизнес, положить в багажник капусту, кинзу, петрушку и начать торговлю именно непосредственно на этом рынке. Мы заранее закупили столько всего. Все включен. Слышно? Прыгает? Да. Заранее мы закупили вот столько всего. Яблоки. Капуста! Где жевать? Опа, ну. Конечно, реакция есть. А когда ее не было, уцы? Да ну наджес. Куча всего взяли. Ма, держи, брат, помидор, огурцы. Держи, держи. И очень немаловажная вещь. Что, это туда у нас... ставим? Как она называлась? Картошка. Не, которая глаза этот плакать заставляет. Лук. Короче. Ма. О, реакция есть. Сейчас мы все это аккуратно перенесем в Rolls-Royce и откроем на такой небольшой рынок. Все, идем, Тима. И у нас будет все по 50 рублей. Нормально ли? Распаковка, чек. Это что, Гаджи? Я его себе забирал. Именно его. Ва-ба-бай, Гаджи! Кидай там вот так. Так, это здесь у нас будут, как его? А как это называется? Ты что их только снимаешь? Меня что не снимаешь? Подходите, покупайте. Вот, женщина подошла, говорит, 50 рублей, что ли? Я говорю, да, она ушла. Не может быть. Не верят люди. Музыкальное сопровождение семьи добра. Если спросят, на чем поднялся, на редиске. Первый покупатель пришел. Так, бери, брат, так, не иди стесняйся. Сюда, прокомментируйте, иди сюда, пожалуйста. Интервью возьмем. Это что за непокорный? Наш рынок готов, друзья. Пакеты все есть. Весы мы не взяли. Ну, будем на глаз, что ли. Ну, больше будем давать. Нам не жалко. Это, да, 50 рублей килограмм. Да. Пакет где? Пакет, конечно, есть. Чуть на бензин не хватает просто. Сочные, абхазские, восточные. Конечно. Лично сами в Абхазии рвали. Воровали, да? У нас такая проблема. Этот, весов нету. Девушка, берите. Помидоры, огурцы, конечно. 50. А ну давайте же, помидоры, огурцы. Вот что? Сами какие хотите, берите. Да. Все по 50 акций. Пятница. Барахатный день. Весы где весы? Я весы, о, дом весы. Вот, там килограмм есть. Снимай весы. Сколько там? Кто продает?
Кило 270 рублей получается. Да, 70 рублей. 1,2, короче. Это кто взял? Это вот. На 100 рублей сделай. На 100 рублей? На 100 рублей сделай, да, Тима? Положи. Положи. 1,25 рублей. Так, еще две штуки можно положить. Кушайте на радость. По очереди, по очереди. Я вам упакую, девушка, я вам упакую. 1 килограмм мандарин, 1 килограмм яблок. Все, брат, давай, давай. Спасибо. Блин. Вы известили? А редиска как считается? Редиска считается два, вот это два есть, вот две штуки такие, 50 рублей. Это вы для чего такое засеяли? Ну, акция сегодня, пятница. А лук? Лук? Нам заправиться лук. Не на что просто. Редиски. Тима, редиску поставь ему. Так, вы будете брать это? Во-во-во. Знаете, какие вы брать? А я вот эти две штуки есть. Так, взвесим. 50 рублей. Здесь говорят, килограмм нужен. Много? Мандаринов и килограмм. Давайте три. Яблок, а ну. Ну, 900 килограмм, нормально. Это же все вместе можно. Это все вместе можно вешать. Очередь, очередь. Живая очередь. Дедушки, дедушки, бесплатно, бисмилля, что хотите? Сейчас вообще без ничего. А что вам нужно, скажите? Что вам нужно? Весы, я. Весы нужны? Да. Что взвесить? Лучок? Недорого, 50 рублей. 50 рублей, а это? Короче, на дедушки, да, это редиска. В пешеходной зоне. Хуже машины еще. Снимайте на камеру. Все, все. Держи. Короче, что? Блин. Форс-мажорная ситуация. Так, отключили. Короче, ребят, мы переместились к вот такой вот BMW, самой красивой BMW в мире, можно сказать. Но, к сожалению, такси снять, вот с хозяином мы общались очень долго, но пока что не получается, и договориться вариантов таковых нету. И мне скинули данные одного типа, ну, у него, короче, самый заряженный GTR в России, можно сказать, на титановом выхлопе, что-то, и самый громкий, вот. Прямо сейчас я ему наберу, вот его данные, Коля GTR, и сейчас попробуем договориться с ним. Идем. Алло, слышно меня, да? Узнал меня, брат? Да, да, конечно. Вот. Смотри, мне вот мой, ну, менеджер мне скинул твои контакты, то, что у тебя типа GTR, такси можно снять туда-сюда. Типа такси на GTR я никогда ни разу не снимал, и вот все такое. А ты аккуратно едешь? Аккуратно? Ну, аккуратно, 200 дам, да, и все. Нет, 200 нет, 300 дашь по городу прям. 300? Короче, смотри, Коля, я приезжаю в Казань. Нет, я приезжаю туда, где ты есть, ты даешь мне ключи от GTR, и я снимаю такси на ней и ложу полностью стрелку, ну, 300. Пусть будет. Не, я, ну, имеется в виду, отметка, все как надо, сделаю. У тебя же есть Инстаграм, Ютуб? Есть у меня, но я завел. Ну вот, считай, что отметка уже сделана. Ты что, снимаешь? Ну, мы, да, уже начали съемку. Да-да. Все, поприветствую. Это выпуск, если что, я снимаю. О, как, вообще круто. Вот. Ты снимаешь на YouTube, мы можем, кстати, совместно что-нибудь тоже придумать. Да, можно. А у тебя какие ролики, что снимаешь? Ну вот, у меня одно видео вышло, где мы АДПС вещали. АДПС? Блин, на самом деле, да, это опасная тема, мне уже ребята говорят, удали ролик, потому что, блин, да, такое опасно вообще в принципе снимать, и никому не советую такое снимать. Все, что связано с ДПС, лучше не влезать и быть крайне осторожным. Если хочешь, можешь показать, конечно, своим подписчикам. Вот, не, я покажу. Мы, короче, ну договорились, я делаю тебе дурнейшую рекламу, ты мне даешь самый свой заряженный GTR. Все, отлично. Ссылка на Колю оставлю в описании, и вот здесь будет написано. Перейдите, да, подпишитесь там. Скоро я тоже у него в канале засвечусь. Я думаю, мы нормально шум поднимем в Казани, в Москве или где бы ни было. Короче. Да, это за Викой. Вот смотри, у тебя помимо GTR есть что-нибудь? Да. Помимо GTR еще тачки есть? Серьезно? Ну да, Фудор. Ва, ты что, мой брат, что ли? Отлично. Я, брат, первым же рейсом тогда туда газ дам, если такой хабар. Хорошо. Все, рад был познакомиться, Коля. Давай,
Думаю, в ближайшем будущем увидимся и дадим газ. Да. Все, давай, попрощайся тоже. Да. До свидания. Всем пока. Все, давай, давай, Коль, на связи, брат. На связи. Короче, блин, прикинь, AMG GT у него 6.3, там, GTR, там, то все. И, блин, прикинь, на всех такси экономился, я думаю, нормально залетит. Поэтому, ребят, поддержите, вот в описании его будет ссылка. Подпишитесь там, поставьте комментарии, там, и комментарии, все-все, вообще от Гаджи. Что-нибудь такое сделайте, газ, чисто ради меня. Вот, ребят, все, смотрим видео дальше. Гаджи, Ризвана отыграй. Короче, друзья, там времени не было рассказывать, потому что наши старшие братья подъехали, там участковые сотрудники и сказали, там камеры, городские камеры, и жалуются на машину загнать туда-сюда, потом поэтому сказали, уезжайте быстро отсюда, незаконная торговля, тротуар, все дела, ну, долгая история, мы, ну, и разъехались и... Хай! Машина, что ли? А? Роллс-Ройс. А, Ройс-Ройс. Хорошая машина. Поэтому мы приехали на верхнюю часть нашего рынка и будем непосредственно здесь торговать. Кстати, во-первых, кто-то будет писать в комментариях, что зачем ты брал деньги, все такое, короче. Потому что если я сказал бесплатно, там вообще налетели бы, получился бы бардак большой. Поэтому мы сделали 50 рублей хотя бы что-то, чтобы особо бардака не было. Ну все же вы видели эту суету, они, кто-то брал, я кому-то говорил, эй, забери, забери. Без него. Кто давал деньги, того забирал, кто просто забирал и ничего не говорил. Поэтому собрали вот такой, ну, рублей 500. Я думаю, мы собрали, там еще багажник кое-что осталось. Да, все, что собрал, пойду что-нибудь закуплю еще и уже раздадим все бесплатно. Открываем наш рынок. Капуста, редиска, че по кайфу. Запах с Rolls-Royce идет, запах лука, да. Так, вам что, помидоры, огурцы? Интервью давай возьмем. Давай, давай. Можно у вас интервью взять? Какой? Как вас зовут? Меня зовут Арслан Али. Арслан Али. Так, сколько... Погоняла лимончик на базаре. Лимончик? Да. А из-за чего вам дали такое погоняло? За то, что я лимоны продавал. А сейчас не продаете? В советские времена. Да? А сейчас нет, сейчас... А этот... Сейчас вот... фургон работает. А это, такой вопрос задам вам. Ага. Вы знаете, что сделает слепой, когда к нему вернется зрение? Слепой? Да. Нет, вот это вопрос... Он выбросит свою палку, которая всю жизнь помогала ему. Да, точно. Эй, не такой человек. Да. В общем, вот так. Так, помидоры будете, брат? Эй, Гаджи, а? Ты, конечно, хороший друг, даже. Да. Я знаю, что решил сделать. А. Я дарю тебе весь этот рынок. Теперь он в твоем баре. Подожди, да. Выбирай все, что хочешь. Салам алейкум. Салам алейкум. Это снимать можно, брат? У нас просто этот телеканал ННТ. ННТ, то есть этот. То есть, а. ТНТ, то есть. НТВ. Этот, овощи, фрукты нужны. У нас идет социальный проект. Желательно, конечно, по скидке. Если вы нам по скидке пройдете, мы много чего у вас возьмем. Что можно посоветовать? Да. У вас есть картошка? Лук. Лук? Можно лук. Лук дня. Картошка есть у вас? Нам только кушинская. У вас тоже все по 50, что ли? Интервью. Это как редиска хватит, да, еще что-нибудь, брат? Это что, брат, у нас? Кинза, это листья, да? Салата. Кинза получает? Пускай кинза будет. Гаджи, у тебя такие красивые глаза, словно вонючий кинза. Анду неси там. Давай, знаешь, 7 штук, да? С тебя 1 350 000. Все, брат, ладно, пошли, тут больше. Не, мам, возьми. Не, возьми, брат, реально, возьми. Все нормально. Все, баркало. Не надо, все нормально, брат. Все нормально, баркало. Тебе торговли? Все, баркало, брат. Давай тебе торговли. Небольшую рекламу сделал наш брат, который сделал большую скидку. Когда заходишь на второй рынок, первая точка с левой стороны. Даже? И хороший сервис. Не автосервис, а дешевле, чем в огороде. Гаджи. Запах шашлыков чувствуешь? Да. Я шашлыки хочу. Подожди. Помидоры тоже? Все, короче, друзья, мы закупились. Пойдем уже откроем свой рынок и будем продавать. Распределить им? Я что, тебе распределитель? Ну да, калимал, брат. Алибека что не снимает, как он смачно булку кушает?
Салам алейкум. Салам. Как ваши дела? Как вас зовут? Шукра, амдулла, нормально. Абдул меня зовут. Да, а вас как зовут? Нурик. Нурик. Что делаете тут? Работаем. Работаем. Дай Аллах вам. Эй, Тимур. А вы знаете это? Тимур. Давай. Отправь их сюда покупать. Вы покупать не хотите? Чего? Что угодно. Я хочу. Вот такой вопрос один последний. Что сделает слепой, когда к нему вернется зрение? Ближним баракат делает. Да. Все, идем, идем. Ты че чандо вопрос задаешь? Дай мне вопрос тогда нормально. Какую загадку придумай, да? Или что тяжелее, килограмм мяса или килограмм курицы? Так, все, распределили наш товар. Опа. Подвинчи туда. Блин, помидоров мало сразу. Помидоры сюда закинь. Бедный рынок какой-то, гаджи. Ну, блин, все, что имеем, джи. Да. Так. Опа! И... Ой, чуть лобач не сломал, смотри. Чуть на миллион не встрел. Короче, наш рынок готов. И сейчас мы поменяем, переименуем название нашего рынка. И сделаем все бесплатно. Так. Ну что, друзья, у нас поменялся плакат, и теперь у нас все бесплатно. Поставим это все сюда. И отойдем, Тима. Просто отойдем, чтобы люди сами отходили. Okay? Конечно. Но в меру. В меру. Ой, а куда, куда они? Обманули. Конечно! Вот там пакет тоже есть. Еще возьмите что-нибудь. Еще что хотите, берите. Редиску возьмите. Это что? Просто их возьму. Ну и все, хватит. Спасибо, пускаться на хабу. Варкала. Ты продал свой бизнес, да, брат? Ну, он брендинг сделал. Не, ты вот этот Microsoft, ты что с ним сделал, брат? Сейчас сотрудник подойдет, просто все бесплатно и машину заберу. Аллах, бисмиллях, астафируллах. Сада, все бесплатно. А, сегодня джума ничей. Альхамдулиллях. Все хорош, конечно. Хороший же. Возьми, да, Аллах, хамдулиллях. Здесь, вот здесь.
человека больше всего. А по нему парень хотят, что люди тоже хотят. Все бесплатно, бери, сестра. Надо отдать. Ничего-то не осталось. Ничего не осталось уже. Прошла, все было. Ну нету, морковь, редиска, все было здесь, сейчас нет. Вот такой же салат. Вот все, что осталось. Что успеете, то и заберете. У нас почти все закончилось. Сейчас, кстати, подошли добровольцы и сказали, тоже хотим поучаствовать в этом проекте и поставить курицу сюда, свежие. Живые, да, не, брат? О, а ты много положил, не? О, ну серьезные куры. Так, аккуратно вот здесь. Все бесплатно, да? Да, брат. Это тоже тебе бесплатно. О, баркала, брат, от души. Все, вот если кому надо, куры, пусть обратится. Конечно, конечно, а брат. Можно, да, я могу взять. Конечно, возьми в отцов. Что надо тебе? Плитка? Ма, держи шоколадку. Угу. И что еще надо? Курочка? Да. А что, все бесплатно? Конечно. А что у вас есть? Можно? Тыкву взять. Если куры надо, кому-то обратиться. Курица. Курица почем? Да. Что там, оставить вариант есть? Конечно, конечно. Давай, так, ма, держи, брат. Тыква? Да. Вот, держите. О, можно курицу? Курицу? Конечно. Баркала. Вот так, вот так. Так, смотри, держи, отец. Все. А так, откуда курица, брат? Курицу можно? Номер продиктуешь, чтобы тебе бесплатная реклама была? Давай, 8-967-4-1-0-40. Все, брат, от души за то, что посредствовал, получался. Все, кому нужны куры? Просто подъехал и решил поддержать наш проект. Курица свежая. Идемте, идемте. Девушка подходит к курице, и все бесплатно. Бисмилля. Пятница. Ладно. Подходите, уважаемые. Все бесплатно, брат. Все, отойду-ка себя лучше отсюда. Все бесплатно, бисмилля, подходите. Вот курица свежая. Вам поставить одну курицу? Свежая отдает, конечно, я бабуля. Давай одну, один час поставлю аккуратно. Да? Конечно, одну. Вот это тоже можно забрать. Туда не нужно. Вот это тоже. Бисмилля. Это новый пакет, я просто... Хорошо, ладно, поставь. Здоровья вам, берегите себя. Спасибо, дай Бог вам здоровья. Спасибо. Лишь бы война нет. Еще. Самое главное. Я одну зачем? Я купить хочу. Не, бесплатно, бесплатно. Спасибо, лапочка. Спасибо. Еще одну капусту можно? Конечно. Лук? И капусту. Одну хватает. Баркала. Спасибо. Спасибо, ребята. На здоровье. Жаман чар, наверное. Ханы тойгуна кезер бурка. Я шарах сурукта. Ха. Бу? Ха. Камон бери. Малек. О. Хорош, хорош, хажи. Да, да, Аллах кабул етсин.
Ты чё, ни хрена себе, Rolls-Royce? Машина тоже без похожа? Да. Да, вот это все заберите уже, остаток. Баракала. Я тоже раздам. Да? Да, ничего. Вот пакеты нужны вам? Новые пакеты. Держись. Вот это тоже, вот это тоже. Новый пакет. Вот это тоже. И вот это. Все, вам удачи. Наконец-то все закончилось. Так, надеюсь, после этого запах не останется в салоне. Все, убери эту надпись. Так, люди думают, Rolls-Royce бесплатно. Ну что, ребят, я думаю, получилась очень хорошая и, главное, полезная для общества акция. Спасибо, да, хочется сказать нашей команде. Алибек, да. Тимур, идем туда по-братски. В этом всем от души, кто помог. Да не за что вам. Алибек, который решает любой вопрос, обращайтесь к нему тоже. Любой вопрос в жизни он решает. Права. Все, кто хочет сделать... Права нет, автошкола. Все, кому нужна автошкола, обращайтесь в автошколу Сатурна. А скоро что ты открываешь? Самый бомбовый PlayStation клуб в городе. Vice City. Ждите. Это мы вырежем, да, Жигаджи? Конечно нет, брат. Все, да? Так, потихоньку надо закругляться.